Закулиска, расскажи, что делаем. Так, мы сегодня... Вчера мы готовили, сегодня мы едим. Покажи всем, как ты умеешь вкусно кушать. Ой, как ты вкусно Верка, спокойно кушаешь. Смачно? А это что у тебя такое оранжевое? А морковка. Морковка. Морковка, ну. Вкусно тебе, да? Никак нельзя поймать морковку. Ну-ка, морковка, давай. Ловись, ловись, морковка. Большая и маленькая, ловись. Ой, упала морковка. Что тебе делать? Наверное, только руками есть. Вот так вкусно тебе, да? Ой, ам-ам-ам. Ну-ка, ам, ой, упала. Ну вот, никакой культуры питания. Ой. Испачкалась немножко, кажется. Немножко, кажется, испачкалась. На бочком. Что же у тебя все падает, мамка? А? Где же культура питания? Чему тебя родители учат вообще? Что за родители такие безответственные вообще? Да уж прям. Безответственные вообще. Ой. Вкусно. Говорить с полным ртом не полезно для здоровья. Поэтому вот, вон, давай я буду говорить. Морковка, да. Вкусно тебе кушать морковку. Ай. Ну что же это такое? Что же все вокруг падает, а? Да что же это такое? Придется папе все собрать. Придется папе все собрать. А собачки у нас нет. А что поделаешь? Ай-яй-яй, только не в рот, пожалуйста. Только не в рот. Пожалуйста, умоляю тебя. Вот и сделал.